Министр внутренних дел Румынии Кармен Дан уходит в отставку из-за громкого скандала с полицейским педофилом. Эту информацию уже подтвердил премьер-министр этой страны. Ранее сотрудник дорожной полиции страны Уджин Стан был арестован на 29 дней по обвинению в педофилии. Выяснилось, что он приставал к детям 5 и 9 лет в лифте одной из многоэтажек Бухареста. Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сам полицейский признал свою вину. Сейчас расследованием этого резонансного дела занимается Генеральная прокуратура Румынии. Признал свою вину. Кроме того,